Например, в Петербурге еще как-то не развилось, может быть, разобьется или не знаю, вот такое салонное, в хорошем смысле, салонное музицирование. Вот это, мне кажется, очень интересная сейчас не просто идея, а может быть какая-то тенденция вообще в современной культурной жизни. Концертная жизнь вообще существовала, но, по крайней мере, вот еще в постсоветском пространстве или в советское время, либо в строгих регламентированных формах, например, союзов композиторов, филармоний, государственных учреждений. Вот. А в последующее время, как правило, вот такая современная именно культурная жизнь, современная музыка могла существовать в рамках каких-то масштабных проектов, масштабных фестивалей. То есть она в камерных условиях просто не могла выжить. Но похоже, что создаются такие предпосылки и возможности, в которых... То есть это один из способов существования современной музыкальной культуры. Это именно одно из таких мест, которое вот может быть действительно, с одной стороны, возрождает традиции русской музыкальной культуры, а с другой стороны, создает определенную традицию уже в контексте современной жизни.